каждой сельской примарии будут установлены аптечные автоматы, в которых можно будет приобрести самые востребованные лекарства. Ввиду отсутствия связанных с расходом на содержание обычной аптеки, а это аренда, зарплата фармацевта и другие расходы, стоимость лекарств будет на 20% ниже рыночной. Но самое важное, что люди больше не будут вынуждены ездить из села в район для того, чтобы купить самые необходимые лекарства. Первый терминал автоматической аптеки уже находится у меня дома. На следующей неделе я его представлю, как это выглядит вживую, чтобы люди понимали, что мы не просто болтаем, а у нас уже есть этот терминал. Мы приведем в порядок законодательство. Для тех, у нас есть очень много экспертов, которые говорят, что вот, а как же это будет работать? Для лекарств нужна определенная температура. Хочу всем этим экспертам сказать, что там, где они сегодня работают, я могу преподавать. Это сертифицированные в Европе аптечные комплексы, которые поддерживают круглый год одну и ту же температуру и для этого были разработаны. Поэтому в каждой селе будет такая аптека.